Пишут нам многие подписчики, что зачем вам коты, вам нужны дети. И у меня уже было 4 операции. Последняя операция была в марте этого года, которая поставила окончательный крест. На данный момент мы как бы эту тему отпустили, потому что мы ее выстрадали, и это действительно тяжело. Уже так откровенно говорим об этом, чтобы исключить вот эти комментарии, что вот мы такие якобы тут нам уже за 30, а мы тут про детей не думаем. Питомцы какие-то, которые... А мы с тобой, ты да я, да мы с тобой. Да, вот, поэтому мы... Какая-то такая, что мы прям вот все, вот мы не хотим и все. То есть, ну, она в душе все равно живет, эта боль, и все равно тяжело. Потом покажу тебе, какая ты. Мусочка, я живая, ты меня слушаешь. Я тебя люблю. Все, тише, маленькая, тише. Тебе сказали не спать или спать? Нет, мне сказали не вставать, но я могу, у меня не живот не болит. Не надо, мне сказали не вставать. Я все слышал, что тебе говорили. Да. Не вставай, Оля, сколько не вставай. Оля, не вставай, куда? Лежать. А сколько меня не было? Да, может, минут 15 каких. Да? Класс. Да, 20 числа уже будет подсадка. Привет, наш маленький карапуз. Или два сразу. Если две недели, значит, будет 43-4 недели на... Сделай фотку на память. И уже эта полоска стрика яркая стала. Сейчас я принесу тут для сравнения. В общем, ребята, это... Вот когда видишь такую вот полоску уже, это уже прям... О, он там шевелится. Да, конечно, они все шевелятся. О! Они там ходуном ходят, конечно. Оля. Надо тренироваться. Они уже надо тренироваться, чтобы развивались все мышцы. Мои маленькие. Тихо, Буся, тихо, они спят. Бусички. Бусички, смотрите, как мои маленькие. Это Захар. Захарушка такой малюсенький. А это... Это Назар. Назар, смотри какой. Смотри какой. Ой, бузинки мой. Какой волосатый. Ага.